Я пойду с друзьями пивка бахну, окей? Буду вечером поздно. Так не вопрос, окей. Зайка, не сорви, пожалуйста. Давай, пасуй, поворотом давай. Ага, понял, дом 2. Не, оставь. О, прикольно. Ой, это ваза твоей мамы. Я же просила, поосторожней. Сначала сюда нажимаешь, потом на delete только. Ты что тупишь, а? Не пойму. Ты что, охренел? Хотя да, ты, наверное, прав. Я видела, ты, Катя, все фотки пролайкал, да? Ну да, она на море была, у нее прикольный такой купальник. Ну да, согласна. Приветик, я дома. Я же тебе 3 раза сказала, купи хлеб. А, я что-то это забегался, знаешь. Да, я понимаю, сама купила. Вова, я сколько раз просила, мой за собой посуду. Ой, а я что-то забыл, да? А я понимаю, мой растяпа, в следующий раз не забывай. Все, я на работу побежал. Смотри, буду после 6, очень много сегодня дел там, завал, задавай. Ну, наконец-то я сейчас этим займусь. Ты можешь не шуршать. Спасибо. А он что? А ты? А он? Нет, ну я не знаю. Ты можешь дома трындеть? Спасибо. А ты можешь не вонять своей едой? Ты что, на обеде не напилась, а? То-то же. Вот уроды. Да ну не воняет! Вова, комп глючит. Вот он еще быстрее стал. Вера, разогрей мне покушать. Разогрей на плите. А где она? Вот она. А, я думал, это стиралка. Ладно, я поехал. А убрать? Что? Вова, ешь ты в стирку? Не. Это кто? Да это подруга моя. Может, ты оденешься? Да мне нормально. Сынок, мы долго думали и не знали, что тебе подарить. Знали, что хочешь айфон. Поэтому вот. Мама тебе свитер связала, шерсть. Ну чё, сынок, давай тебя за уши потягаю. Такой взрослый, а ещё вчера под стол бегал. Тебя сейчас бабушка наберёт. С бабушкой поговорил? Ну чё бабушка сказала, а? Ладно, мам, пап, я пошёл с друзьями праздновать. Куда? Стоять! Какими друзьями? Сейчас дядя Юра приедет. Селивановы с третьего подъезда. Да, соседи с Татова. 7 лет. Да, Юра, ты из тёти. А бабушка? На, понюхай, пока мать не видит. На денежку с друзьями на пиво. Только по бутылочке. Сыночек, в школу сегодня можешь не идти. Поедем на дачу картошку копать. Собирай. Блять, Вера! Вау, домашняя курочка, класс! Ну как? Новая с грибами, вообще огонь. Вова, есть супер диета. С сегодняшнего дня мы будем нюхать гвозди. Ну как? Ничего не чувствую. Молодец. Воды, мне нужно больше воды! Дай котлетку. Да. А дай картошечку, кусочек. А булочку? Ну, хоть понюхать. А можно я буду смотреть, как ты ешь? Можно. А ты будешь? Нет, я на диете. А. 3, 4, 5.
Вера, слушай, может, еды закажем? Уже 7 вечера. Ну, котлетку. Жиры. Ну, картошечку. Крахмал. Ну, помидорку. Углеводы. А воды? Завтра. Ну что, еще? Да. Зайчик, а ты не против, если сегодня мои подружки придут к нам в гости? Не против. Вера, где мой шар? Ну там! Алло, зайка, привет, слушай, я уже иду домой, тебе что-нибудь купить? Купи чего-нибудь сладенького. Вера, ты чипсы будешь? Нет. О, чипсики. Доброе утро, свет моей души. Я встал пораньше, сделал твои любимые латте с кленовым сиропом и печеньки. Ты просто идеальный мужчина. Доброе утро, зайчик. Вот твой кофе. О, за пиво, нормально. Вера Леопольдовна, я тысячекратно извиняюсь, но у нас в клозете, я извиняюсь за выражение, толчок забился. Батюшки, Владимир Аристархович, не обессудьте, но я вас давеча просила вызвать мастера. Вы прям вся как ваша маменька. Да потому что ты шлюх! Сам ты долбоёб! Да пошла ты на! А мама говорила, что ты хуй! Да-да-да, я в пробке, да. Это мой кофе! Нет, это мой кофе. Вот твой кофе, это мой. Ты чай хотела? Не хотела я чай, Вова. Я уже еду, да, я уже еду. Мусор вынеси! А? Сегодня твоя очередь. Твою мать. О, Вера, привет. Кто это сказал? А, это ты! Еще не сдох без меня, да? Так давно не виделись. А, кстати, помнишь наших вот двух этих подруг, Катьку и Светку, да? О, привет! В смысле привет? Ты что за мной следишь, что ли? Что ты ходишь за мной, как маньяк? Виделись. Привет, Саша! А, Вадик! Вова? Привет, Вова! Ну, привет, нищеброд! А не как мой новый парень, долларовый миллионер! Ну, привет, нищеброд! А не как мой новый парень, долларовый миллионер! Ты все еще секретарша? Да! Вова, забыла сказать, розовое полотенце мое для лица, не бери его. Вова, убери из дивана.